Здравствуйте! Вы смотрите экономические новости от компании InstaForex. С вами я, Екатерина Недачина. Международное агентство Fitch подтвердило наивысший рейтинг кредитоспособности крупнейшей экономики Европы – Германии на уровне в тройное A со стабильным прогнозом. Эксперты агентства уверены, что внешний государственный долг ФРГ будет только снижаться вследствие ускорения темпов роста немецкой экономики. Дополнительным сигналом позитивных изменений стал зафиксированный Министерством торговли ФРГ подъем промышленности. Согласно предоставленным данным, промышленное производство выросло за июнь на 2,4%. Аналитики не ожидали столь резкого подъема и прогнозировали рост лишь на 0,3%. Годовой показатель при этом улучшил свое значение с минус 1,2 до 2%. Такие данные вместе с отчетом о росте фабричных заказов, опубликованным пару дней назад, свидетельствуют об окончании периода ослабления немецкой промышленности. Этот факт, несомненно, приведет к увеличению инвестиций и росту темпов экономики Германии во втором квартале. Инвесторы отреагировали повышенным спросом на единую европейскую валюту. В паре с американским долларом котировка евро поднялась на 70 пунктов, пробив технический уровень на 1,33, достигнув отметки в 1 доллар 33,40 центов США. Котировка подобралась к максимальному значению прошлой торговой недели – 1 доллар 33,5 цента. При нынешней динамике многие эксперты валютного рынка не исключают возможности дальнейшего роста евро к уровню в 1 доллар 35 центов. Будьте в курсе новостей вместе с компанией InstaForex. И всего вам хорошего!